Всем привет, дорогие друзья, с вами Барон, давайте наберем 500 лайков на этом видео, и новое выйдет сразу же. Начнем с того, что я усиленно сейчас прокачиваю скилл дальнобойщика, пытаюсь прокачать его до 25 скилла, так как я дня 3-4 не играл за дальнобойщика, просто так прокачивал аккаунт, и чувак мне хочет дать 1 миллион вирт, 3 минуты. В принципе, я еду, попросил меня, чтобы я снимал. Мне сегодня ребята уже надавали, вот эти вот ребята мне дали, вот Джимми мне дал денег. Ребята, огромнейшее вам спасибо, тоже даете мне денег. Многие, конечно, начинают говорить, когда у меня в группе сейчас полетела куча скринов, где мне дают 1.7, как и 200 тысяч, 300, 400, 500, там до хрена, короче, по блань мне дают, и говорят то, что я, мол, прошу денег и так далее. Я не прошу ни у кого денег, просто если ребята хотят скинуть, то есть мне вот Анар написал, мол, так и так, типа, хочешь, 1 кк дам. Я такой, ну, блин, если не жалко, то давай, мне как бы не проблемно. Мне наоборот, это в плюс, я себе наконец хоть домик нормально куплю. Чувак захотел дать, он даст. Ну, даже если не даст, я сильно не расстроюсь. То есть, потому что если просить самому, то есть, типа, пацаны, там это, киньте бабла, мне там это. Это как-то не особо мой стиль, потому что мне это... Мне это не нужно, как бы. Я не хочу опускаться в ваших глазах до того, чтобы потом вы думали обо мне, что типа вот попрошай какой-то. Нет, я такое не сделаю, как бы. Я просто, если мне надо денег, я заработаю. О, 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 бомжи. На груз нарвались. 2 минуты, блин, еще ограничение скорости. И сейчас мне нужно, кстати, прокачать немного скилла. Вообще, когда я начинал работать, у меня было 300 тысяч вирт, и сейчас у меня уже 1.1 кк. Благодаря чему? Благодаря моей работе это примерно 300 тысяч вирт, 300-400, ну, о, не, видали? Видали, вот какая-то вот херня происходит, блин? Люди выбегают, и какие-то объекты прям такие, я хрен, огроменные просто объекты. То какой-то дельфин, то еще какая-то херомонтина. То есть вообще хрен поймешь. Вот это что ли? О! Привет. Привет, брат. Ну чё, скинешь, нет? Чё мне делать, я не знаю, ехать в банк с тобой куда? Сейчас человек приедет. Ждем. Долго он? Этот человек, не знаю, ладно. Я, в принципе, даже не обижусь, просто приехал посмотреть, что да как. Да, кстати, моя охрана, скриншот в группе вы, я думаю, видели, все, кто активно сидит в группе. Видели то, что я там фоткал их, как они едут, там все дела. Тут уже. Долго он тут уже. В смысле, тут уже. Где человек-то, ё-моё? Где этот человечек? Тут уже, говорю. Вот, опять херня какая-то появляется, я не знаю, что за... Ок, вон сейчас едет. Где, я понять не могу, эти объекты, кто их ставит. Но происходит какая-то непонятная херня, так как эти объекты на людях, на машинах, и когда мимо вас проезжает автомобиль, если вы его не видели предварительно, то получается вот такой вот типа объекта на нем огромный. И на мне тоже такая херота тоже вот была. Удаление поставлено, не поможет? Не, нихера не помогает. Прости за время, да ладно. Сейчас будет, прости за время. Не вопрос. Это что ли, чувак? Коннорс. Вот, опять хер какая-то появилась. Да что ж такое? Лео Коннорс. Здорово, Лео Коннорс. Коннорс. Знакомая фамилия, я тебя... Так, я тебя очень люблю и смотрю. Ну, слушай, прям приятно вот это вот читать. Да. Приятно... Опять дельфин какой-то. Приятно читать то, что вот пишут, там, я тебя люблю, там, и смотрю все дела... Круто снимаешь и так далее. Правда, в последнее время появилось много хейтеров. Это связано с тем, что просто 1000 онлайн. Всякие меня там сравнивают. То есть мой... Эй, братан. Убили, гады. Ладно. Давай поедем из своего дома, получается, на машине. Ребята просто... Мои ребята тоже, кстати. Блин, что-то, давай открывайся. Мои ребята, мне кажется, их сейчас там смешают со всем чем угодно, я не знаю. Если, конечно, получится у них. Я думаю, получится. Какие-то странные ребята. По крайней мере, они меня увидели, это уже хорошо. Поехали дальше. Будем сейчас наблюдать. Возьмем для начала свою фуру 15-го скилла.
Я работаю дальнобойщиком уже 6 часов подряд, даже больше, 7 часов подряд. И, если честно, я уже задолбался. Серьезно, я очень сильно устал. И конкретно, как бы, уже слов нету. Потому что ты приедешь, твоя фура здесь... Да. Приеду, конечно. Мне же нужно еще 20 тонн сдать, и тогда у меня будет 24 скилл. Хочу просто все это на видео, это как-то даже знаменательно. За один скилл до 25-го я ее вогрею. Зачем ее? Прогреешь, может, имел в виду, но ее не надо. Не надо. Она не пропадет. Опять же, кучу народу пишут в последнее время, потому что у меня хоть и айдишник 454, какая-то херота постоянно появляется, непонятно. Я не знаю, может, из-за того, что я долго играю уже, и игра реагирует так, все текстуры реагируют. Либо реально ребята поставили какую-нибудь непонятную херню. То есть еще в последнее время, что меня прикалывают. Вот, бывают люди такие, которые пытаются докопаться за счет того, что как бы картавлю я. Ну, не выговариваю R, там все дела. Честно сказать, мне на это похер, я на это реагирую отлично, как бы исправляться ничего не собираюсь, потому что, ну, как-то это, знаете, ну, картавлю, а в чем проблема-то, ё-моё? Обычно кто-то не картавит, кто-то картавит, мне какая разница. Мне так нравится, все отлично. Но ребятам не нравится, они пытаются за счет этого как-то меня потроллить. Хотя у них ничего не получается, потому что мне, в принципе, похеру на это. Этим они только показывают свою глупость и... свое плохое воспитание. Это на самом деле очень печально, потому что ребята, вот, которые дальнобойщики, пишут такое и в итоге сливаются в конечном итоге. Получается то, что и мои ребята, то есть подписчики, фаны, которые меня смотрят, уважают, все дела, они просто пишут то, что они пидорасы и все дела. Ну, мне иногда банчата дают по причине того, то, что я говорю, то, что вас родители не воспитали, мне очень жаль ваших родителей. На самом деле так и есть оно. Потому что здесь должны... Ой-ой-ой, опасно. Что-то это как-то, блин... Ай. Что-то это как-то сли... Ой. Мать твою. Вы что творите, идиоты? Барон ку-ку, барон ку. Блин, ребят, помог бы кто-нибудь? Ку-ку, ку-ку. Что ку-ку-то? С 06-го, что ли, который... В смысле 06-го? Я никогда там не играл на 06-м-то. Блин. Ку. Ку, знаешь меня, что ли, братан? Или чё? А, да. Сейчас опять скажу, да, он меня убьет спокойно, да и все. Не знаю, нет? Подкинуть? Да, у меня. Фура вот. Садись. Охрана будет мне. Так как мою старую охрану, я так понимаю, убили, будет у меня новая охрана. Не, вообще, нехерово, конечно. Меня на самом деле прикалывает то, что много народу за мной ездит, как бы охраняет меня. Сегодня 2 НРГ ехало, потом ехал Султан. Потом ехала арендовочка, и все вместе ехали они. То есть просто охраняли. Там чуваку какому-то... фуру помог вытащить. Ну как, чувака уже не было на тот момент. И просто взял, достали мы фуру. А в итоге какой-то чувак решил ее сбить обратно вниз, то есть в озеро, чтобы она утонула. Там она с грузом была, со всей херней. Ну, мне это не понравилось, само собой. Я взял, просто расстрелял его фуру 5-го плюс скилла. Ну и тем самым подарил 5-й скилл фуры более адекватным людям. Миша, тебе НРГ надо? В смысле... В смысле, если продать, то не надо, у меня две машины. Вообще офигели. Бичесы. Бичесы, блин. Интересно достаточно слово, бичес. Бичес, окей. Так, о, за 400 беру. Блин, не успел. В прямом. Так, тлот, давай, 43 тонны, я думаю, да? Угу. И ух ты, ВСФ повезем. Впервые вижу, что... Ну как, на видео впервые, я думаю, вы видите, за все эти дни, когда ВСФ много... большая цена, вернее. Блин, братан, помог бы, отвечаю, помог бы, но, блин, понимаешь, у меня нету гана, чтобы тебе помочь.
Братан, братан, и тебе помог обязательно, и тебе бы тоже помог, но тоже... У меня ни хрена гана нету, вообще нету, я не заполнял, не забивал свой сейф. Сейчас до меня докопаются, на самом деле очень много грабителей, очень много грабят людей. Но лично со мной это получается как-то достаточно забавно. То есть ко мне просто приезжают ребята. Чего там? А, блин, не тому написал. Во. Ко мне просто приезжают ребята, говорят, там 5000. О, пацаны, вот они, ребята уже, вот они, снова, так сказать, моя банда собралась. Ну, это реально как-то уже получается в мою банду эти ребята начинают входить. Конечно, не в мою семью, то есть у меня имеется семья, как вы, думаю, знаете, Гарсима. У меня никнейм Сергей Гарсима, и, собственно, у всех, кто ставит вот так вот, допустим, вот Гарсима, то есть Патрик Гарсима, Саша Гарсима, это, то есть все входят в мою семью. Кстати, Саша Гарсима пытается обмануть людей тем, то, что говорит, то, что он мой родной брат в жизни. Это на самом деле просто жесть, потому что я один, как бы, брат, у меня родного нету. Родного, по крайней мере. Вот. Так что это все обман и провокация. Ну, чтобы, наверное, получить денег и все такое. Он мне же писал то, что говорил, ты мой папа, там все дела. То есть, ну, типа, РП там, я не знаю, просто решил написать, ну, какой я нахрен папа? 17 лет в штате живу, мне лет тут 24 от силы. Да, кстати, у меня для вас офигенная новость. Я думаю, вы видите то, что что-то поменялось. Поменялся ЛКН-овский скин, поменялся мой скин. И поменялись они на нестандартные немного скины. На абсолютно другие. Как же это все получилось? Получилось это все легко. Просто заменил HD-скины банд, а заменились 75 скинов. Упс. Кто-то раздавил, походу, да? Блин, братан, прости, я не хотел. Ты просто неудачно, когда выпал. Очень неудачно он выпал. Ладно, сдадим по-быстренькому нефть сейчас. И как не стыдно убивать. Кого, блин? А, Генри, ёлки-палки. А, ну да, я тебя, походу, завалил, да, Генри? Извини, бывает. Ты сам просто выпрыгнул как-то не в том месте, не в то время. Вылез, и все, и тебя я спокойно переехал. Если это, конечно же, ты. Все, изи. Ребят, изи, просто у меня 24-й скилл дальнобойщика. Теперь я могу перевозить 44 тонны. Давайте я специально для вас перевезу 44 тонны. Посмотрю, так сказать, сколько дают опыта за 44 тонны. И попробуем заработать на этом денег в будущем, так как сейчас заработать денег не особо-то и получится. На такой особенно фуре и особенно в X3, так как X3 отключают буквально вот, ну, где-нибудь... А, ну да, сегодня его отключают в 59 минут. Короче, без одной секунды час отключают бонусы X3. Это видео, разумеется, выйдет, скорее всего, либо уже завтра утром, когда эти бонусы будут полностью отключены, либо же сегодня ночью. То есть эти бонусы все равно будут отключены в любом случае. Я хотел до конца бонусов прокачать себе скилл дальнобойщика до 25 скилла, но получилось так, то что... За мной сейчас друг идет, и этому другу идти примерно 6 километров, так как он идет с дачи конкретно, 6-10, может, километров, где-то так. И мы договорились с ним встретиться на середине, то есть он там 5 км пройдет, я пройду столько же. Хочу передать привет Вензел Хакингер какой-то, блин, Ханкреус, ну ни хрена себе никнейм, и Степан Бандера, удачи вам, ребята. Действительно, ребят, вот всем привет уже передал, прикольно, всем своим знакомым, всем своим друзьям. Опять же, два чувачка едут за мной как охрана, с ганом они или без гана, я не знаю, не интересовался на самом деле. Передай привет им, передал, братан, тебе тоже привет, возможно. Хотя, блин, ты убил мою охрану, зачем ты убил мою охрану, мне вот это интересно. Не нужно было ее убивать. Да, кстати, вот, самая радостная эта новость, я вам так и не сказал, ребята, у меня... у меня HD скины. То есть у меня заменено примерно 75 скинов. 75 скинов у меня являются абсолютно новыми. То есть полностью новая раскраска, HD, татуировки. Опять же, заменены все бандосовские скины. И соседи там какие-то маленькие прыгают. У меня
по потолку, это просто охеренно. Пора вызывать экзорцистов. Ну так вот, все скины эти заменены, не абсолютно все, сразу хочу сказать. То есть, если вдруг вы подумали то, что ух ты, у него там заменены все абсолютно скины, нет, вы ошибаетесь. То есть у меня заменено всего лишь 75 где-то скинов, а если полностью, это порядка 100 с хером скинов, там вообще там полная жопа, там их кучу вообще. Вот, поэтому, ну, я, конечно, когда-то ставил такой мод, который заменяет абсолютно все, но у меня слишком сильно лагало. Сейчас же у меня новая видеокарта, и, возможно, я поставлю его когда-нибудь. Но на данный момент меня устраивает этот мод. Или же я ставил даже этот. Происходит вот такая вот херня еще сейчас, ребят. Это что это? Я понять не могу, серьезно. То есть, чувак подъезжает, у него какое-то огромное лицо или какая-то огромная херота, которая растягивается на половину экрана. Я не знаю, видно вам это будет или не видно. Может, это только у меня глюки уже какие-то в глазах и появляется такая вот херня всегда и везде. Я не знаю, если честно. Но я надеюсь, то, что я еще с катушек не слетел, у меня все в порядке. А если же я слетел с катушек, я просто пойду, скорее всего, спать. Или пойду проветрюсь, прогуляюсь. В принципе, потому что не знаю, как тут вообще такие хрени появляются. Может, конечно же, сам ПРП так реагирует на то, что я играю уже практически 7 часов, через 5 минут будет 7 часов, и работаю конкретно дальнобойщиком. То есть я просто сижу в этой машине и езжу туда-сюда. Я из этой машины даже не выхожу практически, то есть я ее не бросаю, ничего. Это машина, которую я взял 7 часов назад. Я на ней и продолжаю ездить. Почему? Потому что просто таких машин нету. Их нереально взять на аренде. Либо там стоит читер, либо там стоят 5 человек, и когда эта фура спавнится, тебя просто убивают, так как там считается не зеленая зона, оказывается. То есть там нет зеленой зоны, там вы можете спокойно ДМить и ДБшить, делать все, что угодно. Это конкретная информация от, по-моему, Дэйв Смита. Дэйв Смит — админ первого левела. Первого левела — это все равно админ. Да, да, это не какой-то там отброс, это админ. Хотя я всегда первого левела админа считал отбросами. Ну, так как они ничего не могут делать. Но суть в том, что, кстати, есть новый админ, на S у него никнейм начинается. На самом деле очень охеренный админ. То ли он меня знает, то ли он сам по себе такой добрый человек, который конкретно относится к проблеме серьезно. То есть, когда я этому админу написал, сейчас, кстати, посмотрю, онлайн ли он или нет. Так, админс. Нет, он не онлайн, Дэйв Смит онлайн, вот этот вот чувак, который мне дает банчата, который меня там вроде кикал как. Банчата за что мне дал, за оскорбление или за что-то типа того? Хрен его знает. То есть, когда меня оскорбляют, это все нормально, а когда оскорбляю я, это уже проблемно. Так, Вадима, нет, это не тот. Короче, как-то на S начинается на английскую никнейм. Вот этот вот чувак просто охерительный, реально, потому что... Когда я ему написал про спавнера Тарасова какого-то чувака, тут Тарасов у него фамилия была, и написал то, что он спавнит фуру, то есть он взял и заспавнил мою фуру. Я это написал, он отреагировал, и он примерно минут 40 следил за этим чуваком, в итоге он его не забанил, так как тот больше не спалился. В любом случае, его сегодня уже забанили, ему дали варн, ему дали бан, собственно говоря. По причине чита. То есть у него действительно был чит. Он реально спавнил других людей. Скилл у него был 5+, он качался все это время. И качался, кстати, он очень нехило. Он очень долго качал себе скилл дальнобойщика. Возможно, он даже был каким-то там 13-14 скиллом. Ну и в итоге он все проиграл. Он просрал свой скилл. Что касаемо меня, я 24-й скилл. Я этому рад. Меня реально это очень сильно радует. Так, стопэша там какая-то. Мать твою, что ж там происходит? Ну ни хрена, там, короче, красные против черных сражаются. Просто красные мои ребята, черные это черные. Братан, Джимми, Джимми, фастом садись, давай. Так, сколько мне дали? 23 400, 39 600 мне дали. А купил я это за сколько? Купил я это я купил за 17 000. И дали мне 39. То есть это дохера на самом деле. И вот, снова моя охрана в сборе, так сказать. Реально, мне кажется, мэры так не охраняют, как охраняют меня. Кстати, да, многим не нравятся дальнобойщики, так как это скучно, так как я просто езжу туда-сюда. Но, ребят, блин, это стоит того, серьезно. Особенно вообще, когда я работаю, я слушаю музыку в основном. То есть мне как-то пофигу. О,
Лалка даже за слова не отвечает. Чего? Go Skype. Кстати, Анастасия Кен, я что-то не пойму, это либо транс, либо нет. Пацаны, вы что, попутали, что ли? Вы что-то попутали, походу, да? Что-то происходит, я понять не могу, а? Что тут, блин? А, понятно, за мной едут. Понятно, все, за мной катят. Вот уроды, а. Охренеть, смотри, реально за мной хотят. Не, ни хрена, живым я не дамся вам, уроды. Оба! По стариночке, как говорится. Вот и все, и до свидания. Че, ребятки, сюда идем. Все, отлично. Давай. Пацаны, прыгайте, что вы там? Прыгай, ребят. У меня жалко гана не... Опа-ля. Че ты, бичары? Братыла. Тихо. Все, самое главное свалить. Ни хрена, конечно, я вам говорю, ребят, президента так не охраняют, как охраняют меня. Просто ребята приезжают, просто ребята всех уничтожают, кто меня пытается убить, они потом жалеют. Ну, я не могу стрелять, у меня нету гана, я бы с радостью, если честно, пострелял. Так, нужно же подъехать к своим. Чё там? А чё, пацана убили, что ли? Пацана одного убили. Ладно, сейчас появится где-нибудь. Найдем замену, так сказать, я не знаю. Хотя эти ребята незаменимы, особенно вот эти вот. Ребята, которые на НРГ-500, они просто незаменимы на самом деле, так как эти ребята реально мне помогают. То есть они ездят со мной уже долгое время. Еще был чувак из Рифы. Бароша ГМ Фурка, да. Да. Конечно, ГМ. Идиоты, а? Идиоты, серьезно, это... То же самое, что Сильвер и в CSGO, мне кажется. То есть, когда Сильвер играет против Глобала, когда он не может убить Глобала, он орёт то, что Глобал либо ВХшник, либо АИМщик, либо еще какой-нибудь там читер. То есть, орёт все что угодно, но он не признается то, что он просто кривой рак, который не умеет стрелять. Вот и все. На самом деле, кстати, я сейчас давно не играл в CSGO, и когда я поиграл, я слил свое звание до... То есть, с Лема я слил свое звание до Биг Стара. Знаете, по какой причине? Я разучился стрелять, я не умею стрелять. Охренеть. Когда я эту херню увидел, я на самом деле офигел. Так. Давай, так, почини по-быстренькому, я надеюсь, ты меня починишь и заправь. Потому что я буду еще работать. Я буду работать еще примерно час, может быть, если повезет. Акипт репайр и акипт... Акипт рефил. Все, заправились, подчинились. И снова в путь. Главное, чтобы Кэмерон сейчас не стрелял особо по всем. Потому что бывают такие ребята, которые стреляют абсолютно по всем. То есть со мной ездили, типа, моя охрана, там все дела, да. То есть меня останавливают байкеры, с ними можно как бы и договориться. А эти сразу начинают палить, типа, самонадеянные. В итоге их убивают и меня убивают. То есть мне это как-то не особо нужно. Мне нужны адекватные ребята, которые могут встать рядом со мной, остановиться. Если нужно, как бы я денег отдам, не вопрос. То есть, но перед этим, возможно, постреляемся, когда уже их окружить нужно там потихонечку, да. Окружим их и уже начнем по ним стрелять. Тогда да. А так, чтобы стрелять на ходу, когда я еще не остановился, но у меня имеется желание остановиться, я как бы готов пойти на контакт и дать там 5000, там 3000 вирт. Разумеется, 10 тысяч я давать никому не буду, если мне скажете типа, когда-нибудь там 10 тысяч. Я скажу, вы что, охерели что ли, ребята, это вообще это грабеж средь бел дня. О! Ну вот, я же говорю, незаменимые люди, вообще просто незаменимые люди. Вот сколько их не убиваю, они все равно вернутся. Монитор, мониторинг, опять 900 LS. За 300 возьму, за 900 отдам, вообще просто супер, серьезно. Так. Так, пацан, только не врежься. Биг ганч. Биг... Бич ганг тащит удачи. Бич ганг? А, во, да, все, чувак офнулся, Антонио офнулся, окей. Осталось у меня из охраны вот этот вот чувак и Андрей. Окей. Хорошо. Почему сразу бич ганг? Почему бич ганг? Я подсчитал все свои, так сказать, финансы, ресурсы, я не знаю, кому как удобней. У меня с собой 1 миллион вирт. У меня на банке 1 миллион вирт.
Барон, замути стрим, кто хочет лайк. Лайков будет, конечно же, много, но стрим я пока не могу замутить. Разве что летом, возможно, когда подключу себе более нормальный интернет. Потому что от интернета тоже все это нехерово зависит. Ладно, не суть. Ну так вот. О чем я там говорил? А, ну да, о финансах. У меня есть на банке 1 миллион. У меня есть с собой 1 миллион. Это уже 2 миллиона. Дом я свой могу продать, ну, примерно за 1 миллион. Это уже 3 миллиона. Плюс каждый автомобиль я могу продать за 5,5 кк. Даже, может, даже побольше. У меня 98-97 год Infernus. У меня туризма такого же года. То есть 5,5-5,6 кк. Спокойно я это продам, получу 11 миллионов вирт. Это уже получается 14 миллионов вирт. Если бы я, будучи, когда я был расстроен, то, что у меня там что-то с каналом происходит не то, что вообще происходит сейчас, то есть у меня там какие-то упадки в лайках, в дизлайках, то есть кто-то, какой-то дебил мне там накручивал дизы, и я из-за этого, разумеется, расстроился, и просрал все свои 13 миллионов. Если бы я этого не сделал, сейчас бы у меня было, как вы думаете, сколько? Правильно, у меня бы было примерно 28 миллионов вир. Возможно, даже 29, а возможно, даже и 30 миллионов вир. На самом деле, это огромная сумма денег, так как, сами думаю, понимаете, эти деньги можно пустить куда угодно. И вообще, большинство народу сейчас играет в казино на огромные ставки просто. В последнее время видел, как мой подписчик Андрей Кросп, кажется, или Андрей Гарси, Андрей Кросп, мне кажется, да? По-моему, он. Играл на 20 миллионов вирт, и он их проиграл. У него осталось еще 10 миллионов вирт, у него осталось НРГ, у него остался еще какой-то автомобиль и дом. Ну, это, в принципе, неплохо. Это даже, я бы сказал, очень неплохо, так как еще 10 миллионов. 10 миллионов пустить можно куда угодно. Опять же, видел, как играют на 100 миллионов вирт, видел, как играют на 50 миллионов, на 40 миллионов, на 20, на 30. То есть, игр кучу. Все за счет чего? А за счет того, что сейчас немножко удвоение идет даже в рулетке. То есть сейчас у тебя имеется больше шанс выиграть. Это, конечно, все очень даже круто, но, ребят, понимаете, я не могу играть, когда вот такое вот удвоение на сам пропет. Так как моя, ну, как бы, система, в которую многие не верят, она не работает. То есть я кидаю сразу, у меня выпадает 3. А кидаю в конце, у меня выпадает 12. То есть получается это вообще жопа какая-то. После двойки у меня выпадает 5, пятерка обычно выпадала, 10-12. То есть поэтому я жду, когда это удвоение, утроение уйдет отсюда. И я с спокойной душой начну опять играть в казино. Ну, конечно, опять же, неохота как-то проигрывать ваши деньги все. То есть я и не буду, конечно, играть на все 14 миллионов. Я же не дурак, по крайней мере, пока что. То есть я хочу поездить, я хочу покататься на новых автомобильках, которых я купил за дешевые суммы. То есть я купил сам автомобиль за 4,2 и плюс протюнил его. Это 500 тысяч, ну 550. То есть это неплохо, да? И тем самым я могу продать этот автомобиль за 5,5, за 5,7, ну запросто, просто вот так, там, на изи. Вот, так что, ребят, такие вот дела. Тихо-тихо, тунлодинг, все изи. Просто изи. Купил за сколько? За 12, сдал за 38. О, Анастасия. Hello, ёп. Так, ну чё, Т-инфо. Так, а не. Это монитор, мониторинг. Поехали на нефти 2. Меняешь их, как перчатки. Кого? Кого, ё-моё? Кого я меняю, как перчатки? Я что-то понять не могу. Кого-то я уже успел там поменять, как перчатки. Хрен его знает. Что там? Она не напишет, ничего мне. А, пассажиров. А, блин, ну пассажиров это да, конечно. У меня вон еще охрана сзади ездит, так что все в порядке. Пассажиры, да, один выходит, другой заходит, третьего я где-нибудь сам найду. То есть такое. Кто-то есть, как, ну, вернее, когда-то есть, когда-то нет. Кстати, вот здесь вот этот, Сергей, по-моему, Тарасов, вроде Серега Тарасов. Или Саша Тарасов, хер его знает. Чита, которого забанили, стреляет по всем дальнобоям, то есть просто расстреливает фуру. Он состоит в баллас. Это просто жесть. Так, как думаете, норм в казино плюс 4,3 кк и в банке 2,9 кк? Ну, ни хрена себе. Это нормальное дело, глупый, да, 10 кк, бомж, понты. Блин, я понять не могу, реально, зачем пандава? Хотя, да, 4,3 кк это неплохая сумма. Крутая серия вчера была, побольше таких. Блин, я, конечно, постараюсь, но серия на час очень сильно утомляет, так как, в принципе-то, ее и несложно снимать, но, опять же, нужно что-то говорить, опять же, что-то нужно делать. Еще один, надо один КК. На банк кинь. На банк кинь, еще один. Ну, такой же, ребят, так что даже... Эй, пацаны, форшмаки, вы что, попутали, что ли, твари?
Охренели вообще. Опять же, какой-то, скорее всего, пост человек, который меня хочет завалить. Мне так кажется, нету. Нету. Вот и хер-то, что нету у тебя ничего. Вот так вот. Снимаешь, как игра идет. Анар. Как игра идет. Снимаешь, как игра идет. Да, отлично игра идет, чё плохого. В принципе, вы меня убить попытались, анары, блин. Анары. Кстати, самое прикольное то, что в рифе сейчас 110 человек онлайна. То есть во всех бандах онлайн просто на самом деле бешеный. Это, мне кажется, мне это напоминает, на самом деле, года 3 назад, вот теры были, когда просто кучу мяса пытаются там что-то сделать, бегают все с битами, не хватает материалов, теры проходят по 2,5, по 3 часа. Это серьезно, это просто полная жесть. Это очень круто, кстати, вон комет едет, вот это вот, не удивляйтесь, то, что это Porsche. Это на самом деле, это комет, как бы ничего такого. Заменял, когда у меня был комет. Сейчас же у меня его уже нету. Он у меня Инфернус, там Туризма, все. Хотя может и есть. Я потому что не знаю, какой у меня автомобиль. Хотя нет. Комет я продал. Флэш я продал. Вернее, слил его в ГОС. Потом перед донатом я... Что я сделал там? А, когда я купил Туризма и покупал Инфернус, я вроде как слил свой катафалк этот. Так, что-то происходит. Тоже ребят какой-то херней занимаются. Кто-то кого-то ловит, кто-то чем-то промышляет. У меня ПДД опять. Что такое? А, хорош уже. Стоп, опять? Да ладно. Вообще жесть. Опять ПДД, блин. Вообще неожиданно. Кстати, сейчас открыты заявки на лидера Якудзы. Я, скорее всего, напишу заявочку. Ну, конечно, ее не одобрят. На меня хер забьют. Там никто не примет меня на лидерство. Ну, хотя онлайн у меня огромный сейчас, у меня онлайн примерно 8-10 часов в сутки, то есть уже 7 часов я сижу, и плюс до этого я сидел еще там часа 2, или час где-нибудь, где-то так. Вот, да, конечно, стал задротом, опять же, на тот счет взять нужно то, что сейчас зима, то, что сейчас холода, и, в принципе, я не готов сейчас выходить гулять, мне, в принципе, просто холодно. Я такой достаточно летний человек, то есть мне больше нравится тепло, чем какая-нибудь там... морозится под 30, там, минус под 35. То есть, когда вот такой вот, мне не особо нравится. То есть, ты выходишь на улицу и охереваешь. Ну, сначала, конечно же, первое время у тебя все в порядке, ты там тепло, а потом вот нос уже начинает охеревать, а потом и ноги охеревают, руки, и ничего не спасает. Ни куртки, ни ботинки зимние, ничего. Абсолютно. Если только нет каких-нибудь, я не знаю, там, грелок, которые будут подогревать постоянно, тогда да, а если просто какие-нибудь там в ботинках стельки или что там обычно кладут, тогда, ребята, ни хрена вам не поможет, будете просто охеревать от холода. Так, что у нас, кстати, по ДЛ? Мне не нужно подчиниться? Да нет, 800, нормально. Я еще успею перевести один груз, я думаю, в ЛС, показав вам, что неплохо набивается сейчас скилл. Вообще, я, наверное, сейчас добью до... Эй, братан! Что ты делаешь? Что он делает, я понять не могу. Он сейчас сдохнет скоро, и все. Так, ты же меня помнишь, Влад Тевер? Да, помню тебя, чувак. Ты мне бабла давал. Не, вообще много народу в последнее время помнить стал. Мне как-то, кстати, Анастасия Кейн там пишет то, что типа... короче, что-то насчет друзей там, то, что мыл... Сколько стоит твоя дружба? Это на самом деле полностью бред. Она написала, конечно, потом, что шутка, но вот этот вопрос меня очень сильно задел. То есть, потому что дружба, она на самом деле не продается, как бы, и купить дружбу нереально. У меня есть друзья, которые жизнь мне спасали и так далее. То есть это реально происходило. Как-нибудь вам это расскажу, если вам будет это интересно. Но если не будет интересно, то не расскажу, как бы, такое. Потому что было много таких моментов, конкретно таких, когда вот... реально спасали жизнь. Не то, что там какую-нибудь там от кого-нибудь, от ментов убегали или еще что-то, а прям реально без этих людей бы... Я бы же где-нибудь сгнил и сидел где-нибудь... Хрен его знает, где бы я был. Так, слушай, извини, что прошу, конечно, но, братан, что? Не можешь так на час? Да пожалуйста, окей. Порт ЛС, езжай. Да без проблем, братан, какие вопросы, ты чего? Он мне денег тоже давал, он мне дал примерно 100-200 тысяч вирт.
Он мне постоянно пишет, общаемся с ним. То есть это приятель. У меня в Сампе очень много приятелей, знакомых. То есть приятели, знакомые. Но друзей здесь как-то не найдешь. Потому что друзьями в игре стать нереально. Приятелями, да, знакомыми, да без проблем. Но чтоб так друзьями, это как-то очень странно. Как говорится, друзей много не бывает. Максимум там один, может быть пять человек. То есть один от одного до пяти, где-то вот так. То есть когда уже 10, это уже остальные, это все уже приятели получается. Или просто вы перепутали друзей с приятелями. То есть бывает такое. Когда каждый друг, каждый брат, но очень много на самом деле из них приятелей. Это даже очень легко проверить. То есть позовите всех своих друзей и приятелей на какой-нибудь... ну, серьезное дело. То есть конкретно не «Эй, привет, там, пошли с тобой, я не знаю, херотой какой-нибудь позанимаемся там, да?» То есть там просто погуляем, а сказать, типа, «Слышь, братан, мусора ищут, сныкаешь, не?» Вот, как бы типа того, ну, типа. Но это, конечно, тоже не особо так. Но все же. То есть там посмотрим, кто вас сныкает, а кто на вас хер положит, скажет, «Братан, блин, не могу, я занят там». То есть у меня такое часто происходило, то есть чувак со мной общался, а потом уходил куда-то к друзьям, говорил, типа, ему звоним, говорим, ты где? Он говорит, я в гостях. Че, может, мы тоже придем? Не-не-не, я с друзьями. А мы кто такие? Ну, слушай, тут хозяйка, там, тра-та-та. Но каждый, думаю, понимает то, что можно договориться с хозяйкой, если ты там уже сидишь. То есть, типа, слушай, типа, мол, так и так. Блин, вот, мол, так и так, слушай. Друзья подойдут ненадолго, там все дела. Нет, говорит, нельзя, все. То есть это вот да ёб твою мать. Ладно. Ну что, постоим просто АФК, подождем пока что. Я думаю, можно подождать даже чуть подольше. Мне кажется, им надоест в какой-либо момент все это делать, пытаться меня взорвать. Я не хочу просирать свои деньги, я не хочу просирать свою фуру. Именно поэтому я просто ухожу АФК. Ну, так как они ННРПшные гандоны, которые сбивают всем груз, или же сбивают его только мне. Я не знаю. Но РМ я не взлюбил уже давно, так что... Ну, это, я думаю, это свойственно для русской мафии, то, что они конченые идиоты всей своей мафии, так как это... Мне кажется, это 9 ранги, да, были? 9 и 6, нет? Ну, судя по скинам. 9 и 6 ранг, судя по скинам. То есть, понимаете, какая уже проблема конкретно у этой фракции? То есть, у них 9-6 ранги ДМят. Непонятно почему в гетто. Они просто расстреливают всех абсолютно. Ну, не знаю, зачем это. Они не говорят, уж заказали меня или нет. Притом, они возвращаются на место, там, где их убили. И, опять же, начинают ДМить. Это нарушение ролеплей игры. Это, я так понимаю, что, типа, то ли... ПГ, то ли еще что-то. Я не помню сам все правила, на самом деле, потому что их давно у меня не спрашивали, давно не проверяли, но точно знаю то, что это нарушение РП игры, то есть ролевой игры какой-либо. Они возвращаются на место смерти и опять же начинают убивать. Это в ПД обычно спрашивают, вот это вот РП правило. Не знаю, уехали они, не уехали, прошло-то уже примерно, может, минут две. О, абсосы. Ты смотри-ка, опасные ребята, блин, не сдаются никак. Ну, блин, если они, конечно, не сдадутся, это их полностью их проблем будет. Ёб твою мать! Меня кикнуло. Гениально! То есть они меня взяли, убили, и меня кикнуло. Ну ладно, что ж, ребят, давайте, наверное, закончим. У меня сбили до хрена просто тон груза. В принципе, я уже все наработался. Пускай ребята ловят фуру 15-го скилла, работают теперь они. Ну а я на этом, думаю, закончу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Барон. Всем удачи и всем пока.